Она очень хороший учитель, она очень добрая и очень хорошо нас учит. Оксана Григорьевна замечательный педагог. На ее уроках всегда интересно присутствовать, и с каждым уроком мы узнаем все больше нового. Она не только интересный и хороший педагог, но и замечательный человек, с которым можно прийти со своей проблемой, и она всегда выслушает и поможет нам. Я считаю, что Оксана Григорьевна один из лучших учителей нашей школы. Мне всегда интересно приходить на ее уроки. Я выхожу оттуда всегда с новыми знаниями. Она очень добрая, положительная. Она эмоциональный человек, и она относится к нам как к своим детям. Я очень уважаю ее. Мой самый любимый предмет – это право, потому что его ведет замечательный учитель Оксана Григорьевна. Я ее очень люблю, она очень добрая. И если вы хотите узнать право так, как никто, приходите к ней. Мы любим Оксану Григорьевну! Я как завуч по воспитательной работе могу сказать об Оксане Григорьевне только хорошее. Она очень активная, очень обязательный, классный руководитель. Всегда все сдано вовремя, все отчеты, вся документация в порядке, папки все всегда органично и лаконично собраны. И даже если попытаться найти у Оксаны Григорьевны плохие стороны, ну, это тяжело, и нам пока это не под силу. Оксана Григорьевна очень квалифицированный историк и правовед. Оксана Григорьевна наш классный руководитель, и мы благодарны ей за то, что нам постоянно помогает. Наш преподаватель по праву очень хороший учитель. Она интеллигентная и красивая женщина. Она ни с кем не конфликтует в школе и находит общий язык. Оксана Григорьевна – самая лучшая. Оксана Григорьевна – замечательный преподаватель. В особенности ее преподавания мне нравится ее голос, тембр голоса. В каждой нотке есть некая радость, увлеченность, восторг. Всем она нравится, вся школа ее любит и уважает за то, что действительно она замечательный преподаватель. Дорогие шестиклассники, в связи с тем, что ваш учитель математики на санации, у вас вместо математики будет этика. Ура!